Так, дорогие друзья, это ваша любимая рубрика «Шахматный камбэк». Ну и с вами ночной дуэт. Да, и Е4. Да, Остапа Бендера. D5 ответим. И Кирилл как раз играет в этой рубрике примерно в силу Остапа Бендера. Е5. Никогда не понимал, в чем смысл этого дебюта. Это, по-моему, редкостный дебилизм. Где камбэк? Ну, сейчас, ты пока просто получаешь лучше. Опять. Подожди. Я с черным цветом, у тебя что-то не то. Будь человеком. Почему такой нетерпеливый? Почему ты C6 не пошел? Сейчас мы останемся без ферзя, я уже чувствую. Нет, количество полей стремительно уменьшается. Мы же не собираемся совсем плохо загибаться. Уже 5. Отстань. Мы должны вот продемонстрировать свою силу в другом. Слон G5 грозит, у нас безнадежно. Все, можно приступать. Все, стоп, слон ферзь G6. Да почему нельзя, там пешка корневая падает. И что? Ну, лучше ферзя поиграть. Ты вот это в жизни не выиграешь. Не выиграю, я и то не выиграю. Ну почему ты какой вот валенок? Лучше бы отдал много пешек. Все было хорошо. Теперь придется F5 играть, идти мат. Ой, сильный ход. Ну и отдай все здесь, F5 пойди. Зачем? Но F5 это атака. А это защита. А это ты ее изуродовал. Слава. Знаешь, что партия выигрывает не атака. А что выигрывает партия? Партия выигрывает оборона. Это тебе кто сказал? Это только что придумал. Умную мысль. Партия выигрывает оборона. Атлетика. Ладно, сейчас поймаю этого ферзя. Партия выигрывает только одна оборона в мире. Атлетика Мадрид. Сегодня эта оборона, кстати, продемонстрировала, как она выигрывает партии. Так. Ну, кстати, позиция-то улучшается постепенно. Ну, есть компенсация, это определенно. Нет, вообще-то. Ну, смотри, нам пешку скинули. А нам хотят качество скинуть. Да, и мне не хотелось бы такое качество получить. Да, тогда давай Е4. Ой, ЕФ. Да, вообще-то, может, мы сейчас его поймаем чуть-чуть. Смотри, слон на Е3 встанет, будет вообще круто. Он хочет его скинуть. Может быть, уже подорвать А4, А5, А4, чтобы дать немножко свободы своему парню. Ты хочешь ферзя отдать? Поймать? Я хочу ему отдать пешки, влезть ладью на C2. А ты залезешь? Сейчас он возьмет, наверное. Так, а ну, так. Все. Я решил проиграть партию, потому что партия выигрывает защиту. Слон D5 идея. Это да, в этом идея. Боюсь, он там сейчас начнет телом закрывать амбразуру. Так, ну не зевнуть ладью. Может быть, ладья C8? Или ладья А8 может быть сильнее? Да, ладья А8 тоненько. А ладья А8, он может быть... Как знаешь, бы... ладья А8 ферзь E4. А, ладья А8 ферзь E4, ладья А2, кстати, у него неожиданно нет шаха. Давай попробуем. Ладья А8 тонкий ход, если это действительно хорошо. Да, отлично. И теперь нужно еще форточку сделать для пущего эффекта. Да, тут сразу начинает меняться, ты же противно. Да, ну форточка тогда. Ну нужно одну ладью убрать. С другой стороны, как наш слон придет на D5? Ну я согласен, что надо форточку делать. Вопрос в том, как. Наверное, H6. Лучше помягче эту форточку сделать, чтобы у нас не было проблем потом. Слон на D5 не придет, да. Ну придется без слона на D5 жить. Слон на B3 может прийти. Сейчас надо забрать эту пешку, да, и потом просто пытаться... Да, дело в том, что наш слон немного не помогает в этом. Слон D5, а слон D5, ферзь D8. Слон D5 проигрывает слона, успокойся. Да, слон D5, ферзь D8. Да, и времени мало. Куда его уводить? Может быть, наш 5, да, вот сюда. Да, за неимением лучшего поля. И на E2. Так, значит, сейчас слон уйдет, он даст вечный шах. А нам хотелось бы выиграть. Нет, я думаю, что ему будет обидно давать вечный шах. Вот видишь, он пытается побежать. Да, но нам нужен слон. Да, слон. Да, и качку не нужно сбрасывать. Можем забрать. Да, шах. Можем, но все равно нет поля Е4. Шахмат, главное не получить. Какое же тут поле Е4? Не, ну зашел, шах дал, там как-то пошел вперед. Я хочу пешку на F5 отобрать, важно. Не, если мы ее отберем, партия закончится. Нет. Просто мы сами пойдем F5, поставим слона на E4 и... Но это все очень долго. И он начнет шахи давать всякие. Ну, вот, видишь, не дает отобрать пешку на F5.
Ну вот он хочет отрезать пункт g6. Ну, что-то d8 сыграй. Придумай, чем 20 секунд. Пешку можно съесть. Ладья 8. Шах, ушел, ничего нет. Так, пойдем. Времени маловато. Да, 12 секунд, маловато. Ну ничего, будем верить. Победа. Я не очень не верю. Очень тяжело с этими фигурами играть против скоординированного ферзя. Отъели пешку. Он тоже отъел важную пешку. Слона на e3. Слона на e3 ведем. Отлично. Все, вроде... Позиция хорошая, да, но мы просто проиграем по времени. Он хочет скинуть, вот это вот обидно. Ну, скинет, ну что поделаешь, я не мог не позволить ему скинуть. Да, ну будем биться. Ну давай, руби флаг, ты умеешь. Вообще-то нет. Шахи хахит. Да, ну мы в любом случае выложим в партию, по-моему. Ну да, 2 секунды, уж что-нибудь придумай там. Победа. Согласись, победа... я неплох. Да, ты был. Посмотри на количество времени вот здесь без ферзя. Не, ну партия неплохая. Вот жалко, конечно. Можно не получалось. Объективно у нас позиция есть компенсации, но не более. То есть везде. Ну да, вот плюс один, она везде такая держалась. Плюс один, плюс один. Блин, ну что? До этого было дело. Больше перевес у белого был, но это все вообще и так понятно. Без движка. 2500. Видишь, а ты говоришь, я ферзя сбросил. Ладно, ничего. Всем спасибо за внимание.